Череду праздничных прямых включений продолжим теперь уже и в столице. Больше 70 мероприятий пройдут сегодня в Астане в честь Дня единства народа Казахстана. На одной из городских площадок находится наша съемочная группа. Гульдана Кален на прямой связи со студией. Гульдана, приветствую, с праздником тебя. Поделись, как обстановка. Жители уже начали масштабно отмечать 1 мая. Приветствую, Тимур. Да, прежде всего хочу поздравить наших телезрителей с Днем единства народов Казахстана, пожелать каждой семье благополучия и мирного неба над головой. Да, я сейчас нахожусь на территории специализированного лицея-интерната для одаренных девочек. Что удивительно, здесь параллельно празднуют и Наурыз. Как вы видите, сзади меня здесь установлены юрты. Их 21. Установили их администрация школы совместно с родителями и детьми. Атмосфера здесь очень праздничная. Здесь получается, на сцене выступают дети, также звезды эстрады. Также параллельно проводятся игры, национальные игры, армрестлинг, перетягивание каната, архан-мен секрпе. В театральных сценках активно принимают участие и сами же родители. Вот рядом со мной сейчас находится Жанерке Хайраткызы. Здравствуйте. Вообще, что для вас День единства народа Казахстана и вообще в целом, как ваше настроение? Настроение просто отличное, а День единства народов Казахстана для меня это один из самых значимых и самых главных праздников в нашей стране. Это день, когда мы отмечаем нашу дружбу, наше многобратие и многобратие наших культур, и как это все гармонично сочетается. Вот такой вот очень важный для меня праздник. И пользуясь случаем, я бы хотела бы поздравить всех казахстанцев с этим замечательным праздником и желаю, чтобы над нами было мирное небо и наша дружба с каждым годом все крепла и была крепче. Спасибо вам огромное. В целом здесь мероприятие будет проходить в течение всего дня. В каждом Дастрахане, в каждой юрте накрыта богатый Дастрахан. Всех жителей и гостей столицы угощают здесь национальными блюдами. Кроме того, это не единственная, да, площадка. Больше 70 мероприятий, как уже было сказано, запланировано в столице, во всех 4 районах. Помимо концертов, помимо национальных игр и угощений, также будут проводиться круглые столы и книжная выставка. В целом, получается, у меня пока вся информация. Буду дальше следить за обстановкой. Спасибо, Гульдана. Напомню, на прямой связи была наша столица.